75-летию Победы посвящается. Псковский государственный университет представляет подборку устных рассказов о малой родине в годы Великой Отечественной войны. Горбунова Вера Валентиновна, 1942 года рождения. Бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей. Ее воспоминания о послевоенном Пскове, о тех, кто восстанавливал и отстраивал город. Иду я по Карла Маркс, магазин. Там вот около рынка красный магазин, мы так называли красный, продуктовый магазин, самый ближний был тогда. И около церкви покрова от торгу укладывают мостовую булыжниками. Укладывают инвалиды. Вот они полностью без ног. На таких маленьких тележках с маленькими колесиками подшипники были. И толкались они деревяшками. Привезены большие булыжники. Они эти булыжники разбивали большими кувалдами, разбивали на куски, а вот эти куски они вкладывали в песок камень-камешку, вот плотно. Там вот такая внизу мостовая, которая сделана инвалидами. Прозвучали детские воспоминания псковички, бывшей малолетней узницы фашистских концлагерей Горбуновой Веры Валентиновны.